В областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова презентовали новые книги, поступившие в фонд с начала года. Более 1 миллиона тенге затратили на приобретение 560 экземпляров различной литературы, которые теперь пополнят книжные полки. Среди них 100 новых учебников, переведенных на казахский язык. Детская литература энциклопедического характера и фантастика. Очень много поступило детских книг, а также произведений для их родителей. Следующее поступление ожидается в середине октября. Также в рамках юбилейных дат к нам пришли новые книги по 170-летию Абая и также выставка по 1150-летию Аль-Фараби. Книг очень много пришло именно по данной тематике. Это и «Слова мудрости», и 40 слов Абая знаменитые, и много-много книжек по тематике Фараби пришло.